Здравствуйте, меня зовут Алена Ветрич. Мне 34 года. Живу в Португалии, в городе Назаре. Я познакомилась с трансферфактором 3 года назад. О трансферфакторе я узнала от одного знакомого доктора. Именно в тот период, когда у меня были проблемы со здоровьем. Мне удалили 5 родинок на спине. Мой врач не захотел ничего назначить из традиционной медицины и порекомендовал трансферфактор. Конечно, я первоначально с недоверием относилась к нему. Долго думала, искала информацию, изучала. И хочу сказать, что все, что делается в нашей жизни, делается к лучшему. На тот момент у моего мужа появились на теле необыкновенные странные высыпания. Мы обратились к врачам. Они сказали, что это бородавки. Нужно удалять. Вот тогда мы решились принимать трансферфактор. После 3-недельного приема трансферфактора у моего мужа кожа стала чистой, без никаких следов. Я хочу сказать, что с помощью трансферфактора я избавилась от таких проблем, как аллергия, герпес, у меня уже как год не появляется, головные боли. Я стала более спокойна. У моего мужа были постоянные боли в ногах. Не мог долго стоять. Сейчас он себя чувствует очень бодро и забыл от этих проблем. Мои дети практически не болеют. Я хочу сказать, что моя семья до сих пор принимает трансферфактор. Он у нас в семье как скорая помощь. Мы прекрасно себя чувствуем, всегда имеем хорошее бодрое настроение. И в конце я хочу посоветовать всем слушателям принимать без сомнений трансферфактор компании Фулайф. Сильная иммунная система – это ключ нашего здоровья и долголетия. Спасибо за внимание. Меня зовут Анна, живу я в Ирландии уже более 12 лет. С нутрицептиками я познакомилась более 7 лет назад. С компанией Фалайф я уже знакома более 3 лет. Естественно, новую информацию я приняла не сразу, у меня были сомнения, было много вопросов. Но постепенно я стала слушать лекции, посещать вебинары, конференции онлайн. Создала здесь группу поддержки, где я могла любой задать свой вопрос. И после того, как мои все сомнения развеялись, я решила все-таки положить первую капсулу в рот трансферфактора классического. Я принимала сама и давала своим детям. На тот момент у нас родился 2-й ребенок, и вся моя беременность проходила только на нутрицептиках. А в осенне-зимний период я понимала, что нужно поддерживать себя. Мы отказались от прививок, и поэтому иммунную систему нужно было как-то поддерживать. На тот момент я кормила грудью, и в течение всего этого периода мы принимали только трансферфактор классический в профилактических дозах. После того, как я уже закончила период кормления, естественно, я стала уже профилактировать себя по системам. Я принимаю сейчас трансферфактор плюс, кардио, риовида, глютамин и имею очень хорошие результаты. В момент гипозного состояния мы с малышом съедали 1 банку трансферфактора классического буквально за 1 день. Значит, все наши положительные результаты подтвердились на диагностике, которую мы делали этой осенью. И нам сказали, что все здоровы, за исключением сейчас идет у меня гормональная перестройка организма, и нужно просто подкорректировать и добавить дополнительно препараты. Я вижу огромную разницу между своей первой и второй беременностью. Это отсутствие депрессии послеродовой, наличие молока и просто ощущение радости и счастья. У меня уже есть результаты, и результаты моих дистрибьюторов очень хорошие. Прежде всего, это по бесплодию, по раку щитовидной железы, личные результаты вот в семье по болезни Паркинсона. И все это вот даже мы получили на минимальных препаратах, да, вот все это мы начали с приема трансферфактора классического. Я довольна,
что я нахожусь в этой команде, компании, я все время чувствую поддержку, в любой момент я получаю консультацию у нужного мне специалиста. И в принципе я счастлива, что я здесь, и вам желаю принять правильное решение и работать с компанией «Фалайф».